Дальше будем утюжить всю Европу, всю Восточную Европу. А маршрут у нас задумывается такой. Польша, Чехия, Австрия, Словакия, Венгрия и обратно Польша. И отступаем обратно через Брест. В Россию отходим через Брест. Мирослав, о, зря. О, вот, а вот там вот... Да, вот уже там. Ты чё, Макс, ты чё делаешь? No, wait, wait. Just a moment. Ждите. На главную площадь. Ура! О, как профессионал. Ни капли мимо. В Западенщине встретили 11-й год. 2011, да. Да, вот. Сейчас мы находимся в центре Львова рядом. Очередном жилище. Вот, вписались вчера в такой замечательный хостел. И жили, ночевали одни вот в такой большой комнате на 16 человек. Сейчас у меня за спиной находится 14-й дом. Это вход в Киевку, знаменитый на всю Украину. Наше сердце работает как новый мотор. Don't you mind if I take a picture? Мы надеемся пересесть на другую электричку и попасть уже в Люблин. То есть вот так вот собаками-оленями мы рвемся в Люблин, нашу дочь. Проезд и поездных поездок у нас путешествие наконец стало автомобильным. Вот, мы взяли тачку в Люблине, Рено Меган, зарядили. Вот, опять нас вписали в пустую комнату. В хостеле мы в этой комнате. Что мы немного с того. Что с того, что мы хотим танцевать. Вот так. Встал от горизонта до другого горизонта. Одни польские фуры. Сбоку только польский лес. План быстрого пересечения германской Беряли. Людей, паспорта, визы, все остальное. Сейчас можно видеть, никто никого не проверяет, все просто проезжают. Мы находимся на станции ЗОО в Берлине. Вчера вписались вот такой вот хостел, А и О хостел называется. Вот. Команда, которые мы вчера вписались. Комната вот на 4 человек. Здесь спали мы с Баряном. Вот здесь на этой койке спала несовестная пара, которые уже собрались рано утром. Вот. Посмотрим, за сколько идет. Сегодня 4 число. Так что все, кто будет смотреть это видео, проверьте дату прихода открытки. Посмотрим. Которые мы хотели сегодня зайти. Раньше, когда я был в последний раз в 2007 году, мы, в принципе, все время запускают туристов. И вот туристы могут поднять цены. Только что прошли немецкую границу, немецко-чешскую границу, вот, и рвемся на Прагу. На Праге сейчас осталось... Соседей нет, только мы недавно проснулись, а два наших соседа, которых мы ночью разбудили, когда вписывались, уже утром куда-то свалили. Потому что Европа, климат в Европе более мягкий. Европейцам не надо скалу льет зимой тостовато. Сейчас, между прочим, январь. И там потом во второй чан. Мы хотим танцевать.
зеленый змей, которого вы видите, это бутылки, которые проходят обработку. Вот, и идут на розы. Вот там они заливаются. Посетитель должен самостоятельно заправить все это белье на своей кровати. Вот, опять нам попался пустой номер, вот, на 8 человек. Сейчас едем в Венском метро, в центре серии центральной станции. Что прикольно, гляньте по сторонам. Сегодня 7 января, но в Австрии, снег. Германия, Россия. Вроде нас пока не обобрали. Что мы скажем по этому поводу? Заставлены такими ветряками, которые дают Европе дешевую энергию. Европа не хочет покупать у России. Мы не упустили возможность посмотреть на это. Давайте посмотрим, как же это выглядит. Вот там находится самый главный зал, в котором что-то типа большой ванны. Если сейчас аппарат запотеет, то мы подернем съемки, но надеюсь, что этого не будет. Давайте посмотрим. Как в детском саду. Не двухъярусный, а просто как складушки рядом с железными шкафчиками. На этом месте. По границе между европейскими государствами идет просто пустая дорога, изредка на которой встречаются будки бывшие. Вот, и сейчас мы поедем в наш последний пункт нашего путешествия, в Люблин, в Польшу. Вот наша машина стоит во дворике. Вот такие вот упоминания. А вот это, видимо, само поле, на котором 65 лет назад происходило само Рубилово. Видимо. Он ему типа сказал, следуй за мной. Сколько скорость-то? Да нормально, лети, не ссы.